общем, я хочу что сказать, что сейчас важно стиль сектантства как стиль в искусстве, в эстетике. Очень важно, корявый должен быть, иначе все гладкое и глянцевое. Ну при чем здесь, да, но при чем здесь секстанство, это, по-моему, другими называется совершенно слава. Подлинное, такое корявое, как бы некрасивое. И сейчас в современном искусстве очень важно вот эту линию держаться. Секстанство и некрасивое. Мой, ну глупости же. Просто гуру какой-то. Секстанты похожи на эту мутную воду. Неизвестна глубина этой воды. Она мутная, как бы... Слушай, что это ты как... В глубинах сектантских душ водятся неизвестные существа.